Ку-клукс-клан. Нюхай меня. Старая шутка. Я не понимаю, а вот как это может пригодиться во время уход за телом, потому что, типа, убрать нужно трупа, да? Тебе понравилось? Мне тоже. Привет. Перед тем, как начнется ролик, хочу предупредить о том, что я уеду на 2 недели, может быть, на 1,5, с родителями на семейное путешествие на машине. Я обязательно буду снимать влог, но куда я уеду, я вам не скажу. Это будет тайна, возможно, секрет. Я не знаю, можете догадки свои покидать в комментариях. Это не Сочи и не Геленджик, слава богу. Видео не будет 1,5 недели, так что не теряйте меня. Ну что ж, а теперь можно приступать к ролику. Не так много времени прошло с предыдущей части про страны, вещички с Алиэкспресс, и тут уже выходит новое. Потому что, возможно, многие ее не посмотрели, так как там поставили ограничения по возрасту. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Ютуб меня в последнее время вообще не удивляет. Я бы не удивилась, если бы мне на это еще страйк кинули. Это уже, видимо, до Ютуба норма. Я вроде там все прикрыла, все, что может показаться слишком откровенным, но, видимо, YouTube посчитал, что это все-таки слишком откровенно. Поэтому в этом видосе не будет таких откровенных штук, как в прошлом. Но тут будет тоже кое-что интересное. Хотя я не удивлюсь, если тут тоже кинут мне ограничения, ладно. Давайте посмотрим, что вы мне покидали. Потому что вы мне кидали это в группу ВКонтакте. Если же вы найдете что-то интересненькое, обязательно кидайте мне в предложку в группе моей ВКонтакте. Первое, что я увидела, была просто поражена. Возможно, в хорошем смысле, не знаю. Скажите мне, пожалуйста, для кого делают вот такие маски? Тут их много, потому что мне кто-то их покидал, их там было очень много странных масок. И вопрос, для кого они? Для кого эти маски? Ладно, читаем описание. Фанни, милый ребенок, полный голова, лицо, латексная маска, костюм, Хэллоуин. О, Хэллоуин, это у нас для Хэллоуина, это уже плюс, потому что ты будешь очень необычный с этой маской. Что это за хрень у него на щеках? Это прыщи? Ребенок-подросток, Хэллоуин? Нарушил необычный бал, реквизит, вечерняя маска. Окей, ладно. 10% скидка, успей купить. Также нашла для вас клевую штуку, которая будет очень полезная для многих. Точнее, она полезна для всех. По цене, как на Алиэкспресс. Это вот такие вот шикарные весы, они называются MGB. Они очень маленькие, но вы сами видите, и безумно легкие. У меня дома стоят весы, они примерно такие же, я их взяла для поездки в Питер, так как у меня не будет весов. Те намного тяжелее. А эти супер легкие, они влезут в рюкзак, и вообще много куда они влезут. Если вы собрались похудеть, то вы должны понимать, что худеть нужно правильно. Так как вес может снижаться, но за счет мышц. А нужно сжигать жиры, а не мышцы. Мышцы нужно наоборот набирать. А где искать жир, никто не знает. А весы вот эти вот знают, где искать жир ваш. На боках или в ляшечках. Так как у этих весов еще есть приложение, называется оно iFit. С помощью него вы можете подключаться к телефону, вставать на весы, и он показывает процент жира в вашем теле, процент мышц и много чего еще покажет вам. Так что если вы собираетесь худеть или наоборот набирать массу, то эти весы вам классно в этом помогут. Ссылочка на них будет обязательно в описании. Тыкай. Тыкай, тык-тык. Но мы продвигаемся к следующей странной штуке с Алик. Вот знаете, мне понравились эти джинсы. Я бы их купила. Но только, по-моему, вот эта вот штука, она отдельно от кружева или что это. Вообще необычно, мне нравится, но они стоят 10 косарей. Это дохренище даже вот за такие дизайнерские джинсы. Это дофига. Новое поступление 2018. Одежда для женщин, мода. Широкие штаны, пикантные, прозрачные, лоскутные джинсы, кисточки. Звезды, штаны для девочек. Для девочек. Помните, я в первой части показывала вам такие штаны с дырками везде? Так, мы нашли обладателя, возможно, первого обладателя этих джинсов, потому что там были заказы. Вот этот дед, просто мем века. Дед, ты любишь рваные джинсы. Ему это очень идет. Никому они так не пойдут, как ему. Даже той девушке с фотки было совсем не очень. Но ему модный дед. Дальше. Это опять же маска у нас для Хэллоуина в виде... Все мы знаем чего. Смешно натуральный латекс пенис. Дик. Дик. My dick is big. My dick is very big. Анфас. Ну так-то это профиль. Ну ладно. Поддержать Хэллоуин маски шлем. Вот вы посмотрите на это, подумайте, какая милая игрушечка, да? Ванную поставите, запустите ее, чтобы она плавала у вас, пока вы принимаете банные процедуры. А это не просто уточка. Я бы купил. Утка, массажер, клит. Стимулятор, силиконовый вибратор для женщин, эротические игрушки для взрослых, секс-игрушки, интимные товары. Интересненько. Тебе понравилось? Мне тоже.
Нет, это не мешок для трупов. Читаем описание. Унисекс-бандаж, лакированная кожа, полный средство уход за кожей, биндер, мешок с молнией и открытым полный уход за кожей. Где тут уход за кожей? Уход за телом, потому что, типа, убрать нужно трупа, да? Мумификация, комбинезон, костюм. В общем, я не знаю, для чего тут даже не написано BDSM. Я не знаю, что это. Возможно, это реально для труп. Вы знаете, эту сумку видела я на Алике. Непонятно для чего. Все пытаются избавиться от живота, а кто-то хочет, наоборот, его себе приделать. Ты б купил? Напиши в комментариях. А это у нас ракушка. А вы что могли подумать? Тут мне не должны поставить ограничения, что это ракушка. Ракушка это ведь лидер продаж. Основа маски Хэллоуин. Хэррор, латекс, маска, вечерний праздник. Вы, короче, это опять для Хэллоуина. Слушайте, на Алиэкспресс очень стильные маски для Хэллоуина. Я бы, наверное, взяла такую. Типа, краситься не надо. Только я не знаю, как через нее смотрю, потому что ничего не видно. Через эти две дверочки. Хорошо. Я прям захотела такую маску. Во, опять мешок для трупа. Полное тело. А, это для девушек, кто полный. Поняли мы все. Обуздывает. Зентай, комбинезон, фетиш, каблы, ой, кабалы, игрушки, раб, игра, продукты для пара, секс-той. Я не понимаю, а вот как это может пригодиться во время... Как? Ты связан полностью. Там мне интересно такое посмотреть даже видео, как вот с этим делают. Странный мягкий кожаный блокировки, ролевая игра, сенсорной депривации. Что это вообще? Тут тоже ничего не видно, только опять дырочки для носа, типа, нюхай меня. Старая шутка. А вот когда увидела эту маску, я сразу подумала про палача. Не, ну маска клевая, можно для фотосессии какой-нибудь сделать. Клукс клан. У меня в телефоне еще было две, мне девочки в прошлый раз скидывали. Не скидывайте никогда мне в Инстаграм. Неудобно мне потом это все сохранять. Ну, я понимаю, что это надувной круг, чтобы плавать в море, да? Ну ладно, мы как всегда почитаем описание. Портативный секс-мебель. Водонепроницаемая большая круглая кровать. Многофункциональная подушка с наручниками, манжеты ног. Многофункциональная, ну конечно. Ты можешь искупаться, используя как круг. А вот из-за этой херни мне могут поставить ограничения. Поэтому я показывать вам ее не буду. Тут платье в сетку полностью прикрывает сисечки. Все. Алиэкспресс знает, что нужно выбрать, чтобы зацепить дам, парней. Ну или если у тебя нет парня, найти его. Если ты не знаешь, как найти парня, заходишь на Алиэкспресс, платье для первого свидания, и он тебе выдаст это. Ты точно не останешься одна никогда. Ну на этом было все. Если тебе понравилось это видео, и ты хочешь еще одну часть, и возможно еще много частей. Следующая часть, думаю, будет не скоро, совсем не скоро. Думаю, в конце уже августа, ну или в середине августа. Потому что я еще буду переезжать, то есть я еду путешествие. Поэтому сейчас, так скажем, я буду немножечко отдыхать, потому что я в течение уже 2 лет снимаю видео, еще ни разу нормально не отдыхала. Надеюсь, вы мне разрешите отдохнуть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Ну, а я всех люблю и целую. Пока. На Инстаграм подпишись. I must keep fighting.